Массовые протесты в Иране не прекращаются, несмотря на решение духовных властей страны упразднить полицию нравов. В то же время иранское руководство отказывается отменять обязательное ношение женских головных платков, к чему также призывают протестующие. За 2 месяца протестов, вызванных гибелью Махсы Амини, требования манифестантов стали весьма серьезными. Люди призывают не только к тому, чтобы покончить с полицией нравов, но и к тому, чтобы покончить со всей этой системой. Одно из требований действительно отмена обязательного ношения хиджаба, но главное требование – избавиться от этой системы. Власти страны, тем не менее, пользуются поддержкой значительной части населения. Они проводят свои манифестации, осуждая насилие, к которому приводят акции протеста. Полиция нравов должна существовать, и она должна действовать в соответствии с исламской этикой и таким подходом, который одобрил бы 12-й имам Заман. Нельзя доказывать свою точку зрения, свою позицию с помощью подобного насилия. Президент Ирана Ибрахим Раиси накануне подчеркнул, что исламские принципы закреплены в конституции страны, но возможно найти способы более мягкого правоприменения.